Еще задолго до рассвета верующие стали собираться на молитву. Праздник Разговения Ураза-Байрам отмечается по окончании священного месяца Рамазан, в течение которого мусульмане воздерживались от пищи и воды в светлое время суток. Пост – один из пяти столпов ислама. Его цель – духовное и телесное очищение. И надеемся, что пост, который совершал каждый из нас искренне, он поспособствует тому, что люди будут искренними в своих деяниях. Ограничения в еде снимаются с первым праздничным рассветом, но послевкусие поста остается. Это дисциплина, терпение и уважение к ближним. В состоянии голода человек, вы знаете, более агрессивный. А именно во время поста полный запрет на агрессию. Даже там, где, может быть, был бы конфликт, человек, соблюдающий пост, мусульманин, он должен избежать любыми средствами этот конфликт. Ураза-Байрам празднуется 3 дня. В это время принято готовить угощения, посещать родственников и друзей. Накрывать праздничный стол – это главная традиция Ураза-Байрам. За месяц священного поста верующие познали настоящую цену еды и питья. И сегодня первый день, когда можно все. Но при этом необходимо помнить и о делах милосердия, и навестить одиноких, больных и всех, кому нужна помощь. Олег Зверев, Григорий Плешаков. События.